Всем привет! Хочу показать розарий, какой здесь. Ну, уже конец июня, и все розы практически отцвели. Сейчас они отдохнут и будут еще цвести. А так у этой розы уже вот соцветия все оборвали. В общем, потихоньку опять начинают они образовывать бутоны. И уже чуть попозже опять все начнут цвести. Здесь даже это тля на этом, на бутончиках, представляешь? Надо обрабатывать. Да, обрабатывать. Вот она. Бутоны уже начинают набирать. Уже проводили обработку, да, тли? Да, да. Это просто кустовые, да, эти розы? Такие красивые. Такой громадный розарий. Это здесь под окнами дома. Вот окна дома, и здесь такой розарий. А это плетущийся, да, уже? Тоже отцвела, но она будет еще цвести, да? Нет, это нет уже. А, все? Угу. А, вот это все это уже. Растет, а и получается, зимой тоже сверху не укрывается, а просто нет, прикапывается вот здесь. Просто землей, да? Да, да, да. Просто прикопка. Вот такой громадный розарий. В общем, когда цветет, здесь, наверное, очень красиво. Очень красиво. А это тоже плетущийся, да, вот это? Вот да, да. Да. Очень красивый розы. Ну, прикинь, сколько пообломало бутонов. Вот это еще один куст. Вот такой, вот такие громадные кусты. Вот питоньку сниму. А вот бутоны набирают уже опять. Ага. Вот такие они розари. Как раз под окнами дома. Это петунья в кашпо. И здесь возле дома тоже посажена петунька. Вот такая красивая. Мама, мама, кушай еще хочу. Сейчас я это видео сниму. Кушай еще хочу. И курочкам пойдем. Сейчас видео сниму. Вот здесь петунька тоже. Здесь барбарис вот такой большой растет. Барбарис? Да, это цветник такой. Какой еще цветник? Забыла, как называется вот это? Вигела. А, вигела. Угу. Такая вигелка. Слушай, она так разрослась. Да. Хорошо. Ладно, а вот это? Нет, вот это вигела. А, вот это. А, нет, а вот это? Но все в мире. Это один куст. А, это один куст? Мама, да, ты вот как она здесь пахнет рожем. Мама. А, часть таких? А, это да. Тоже роза здесь такая громадная растет. Барбарис. А. Да, барбарис вообще разросся. Был такой маленький. Это что? Сейчас шикарный. Здесь укропчик растет. Это что? Это ёшта. Ёшта, да? Ёшта. Но еще не созрела. Она должна быть такая темная, синяя, черная. Она даже ела, темненькая. Она вкусная. Но она еще кисленькая. Тоже такой большой куст. Да, она и вкусная. Здесь клубнички немножко остаток, там кабачки растут. Пойдем. Розы тоже вот отцветают потихоньку. Также растет вот такая декоративная елочка. Я не знаю, как этот сорт называется. Здесь она тоже была подарена. Вообще такая игрушечная, просто она как будто искусственная. До нее дотрагиваешься, она как будто пластмассовая. Очень красиво, декоративно смотрится, смотрите. Здорово. Тоже лопух растет. Здесь пион растет, тоже уже давным-давно. Здесь вот такая беседка громадная с виноградником. Она еще не поспела. Нет, виноград еще не поспел. Это такой черный, как, типа дамский пальчик. Здесь несколько сортов. Он еще в сентябре поспеет, к концу августа. Виноград. Очень вкусный. Вино делают с него. Здесь я уже показывала, черешня растет. И здесь уже огород. Помидоры растут. Огурцы здесь посажены. Тоже в несколько оборотов здесь сажается. Тоже помидоры. Здесь уже огурцы.
снимают урожай. Тоже огурцы, немножко малины, клубника здесь растет. Она такая многоразовая, ремонтантный сорт. Она сейчас отдыхает, будет опять скоро. Здесь такой тоже виноградник, вот этот виноград. Очень крупный. Фиолетовый, да? Но это вот этот крупный, который, да, столовый, громадный вообще. Супер виноград. Да, в том году он подмерз, по-моему. Нет, нет, он в том году просто две кисточки только дал, первый год рожал. Нет, а здесь еще вот здесь рост такой громадный. А, это вот этот подмерз, который вообще очень крупный. Там вот такие ягоды на этом. Он темно-синего цвета. Ну вот он сейчас вот подмерз. И сейчас от корня он отходит. Вот отошла ветка и все. И это тоже получается это самое. Ветки вот так оголяются и так в зиму он уходит. Закапывает. Закапывает. То есть ветки же не снимаете? Снимаем. А, снимаете, подкапываете? Да, прикапываем туда, укладываем. А, вот эти ветки снимаются и прикапываются, закладываются вот сюда. И прикапываются. А, и этот. Я думала, виноград не прикапывается. Эти, в общем, сорта не морозостойкие, они прикапываются. Вот этот сорт и этот сорт. Вишни остатки. Но оборвать помочь мы не успели, на днях уезжаем, поэтому вот так. Тоже, да, сушить ее, замораживают. Ну да, замораживают. Здесь такой громадный подорожник. Коленком прикладывают. Здесь поляна клубники, но она здесь будет убираться, чиститься. Тоже ремонтантная, отдыхает сейчас. Да. Вишенка еще одна. Здесь самая важная культура. Это помидоры. Все в открытом грунте растет. Но уже помидоры хорошие, прям налитые, прям вообще. И уже в такой молочной спелости потихоньку. Жарко, конечно, здесь сегодня было 43 градуса на солнце, да? Очень жарко, просто нереально. Вот вчера. Вот вчера, да, перцы вот эти заливали? Да. Вчера полностью шланг сюда бросали и заливали, перцы вот посюда вода наливается. Да, да. И сегодня уже вот такие щели в земле. И вот такая корка. Перцы тоже уже хорошие. Вот, уже такие хорошие перчинки. Перец хорошенький. В этом году чуть не получились баклажаны единственные. Да, вот рыхлят почти каждый день, чтобы растение дышало как-то. Да, единственное, что баклажаны нехти. А так помидоры очень хорошие. Все, буквально все уже с помидорками такими. Хорошие помидоры. Хорошо, сорта разные. Да, вот купили удачные, видишь. Все. А у матери вот эти два получаются крайние. Слипка. Слипка. Да. Слабенькие, да. Это, круглую такой всегда можно закрыть. Там тоже помидорки, здесь кукуруза, да. Уже довольно-таки вообще крупничая. Ух, какие уж. Здесь малина уже есть, видео, как мы собирали и делали малину, перетертую с сахаром. Здесь тоже кукуруза. В общем, растет все. Здесь еще кукурузу досадили. Вот она. Там растет яблоня, да? Вон там. Там тоже яблоня. Вот она. А это кто? Привет. Привет, это я, Милан. А, понятно. Так что вот такие вот посадки. Растет все в огороде. Картошку не сажают. Невыгодно ее сажать, обрабатывать. Это очень много сил надо, да? Да. Да. Вот помидоры, огурцы. Самое необходимое. Перцы. Малина, ягоды. Это важнее картошки. Уже те времена, когда сажают картошку, прошли. А так мы вообще очень много всегда картошки сажали. Но уже ее теперь проще купить. Тоже деревенскую здесь на рынке. Она вообще стоит копейки. Мы ее тоже купили. В Москву отвезем.
Так что такие посадки здесь. И петрушка растет. В общем, все, что можно, все выращивать. Но вот этот виноград, вот он как раз в этом году отойдет. На следующий год уже урожай будет давать. Ну, вообще великолепный. Там такие кисти громадные. Но единственное, что плохо, он виноград южный. И в Московской области он расти не будет. Хоть его я, если буду накрывать и прикрывать, он не вызреет. Потому что там такие мощные кисти, что нашего солнца не хватит для того, чтобы он выспел полностью. Из хозяйства держит кур. Это мясо, яйца, петухи, петушков забивают на мясо. И держат уток тоже на мясо. Хозяйство такое, как свиньи, коровы, тоже держали, но сейчас это очень невыгодно, поэтому вот обходится курочками и утками. Полундра!